Всем зрителям канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 13 мая 2017 года. Построили теплицу арочную, шириной 3 метра, длиной 5 метров. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Полимерно-порошковая окраска. Конструкция установлена на брус 100 на 100, брус пропитан антисептиком. С одного торца у нас форточка, с другого разрезная дверь форточка. Также установлена коньковая фрамуга. С ручным управлением. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,72 плотность. Обращаем внимание, что детали у нас обварены в круговую. Ну вот на этом и все. Теплица получилась у нас простая, надежная, качественная. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. Всем, кто смотрит канал Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 13 мая 2017 года. Построили мы теплицу фермер шириной 3 метра, длиной 6 метров. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска, арки в виде ферм. С одного торца у нас установлена форточка, с другого разрезная дверь форточка. Также имеются две коньковые фрамуги с ручным управлением и система подвески по две нитки на каждую сторону. Вся конструкция у нас стоит на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока. Доброго времени суток, дорогие подписчики компании Уральская усадьба. Сегодня представляем теплицу фермер VIP. Свалена данная теплица с профильной трубы 20 на 40, стенка 1,5 мм, наружная дуга, внутренняя 20 на 20. Теплица очень надежная, усиленная. До того усиленная, тут 8 снеговых нагрузок выдержит. Брус клиента 100 на 100, лиственница пропитана антисептиком. Две коньковые фрамуги. Две трубочки системы подвязки. Поликарбонат 6 мм. Очень плотный, хороший, 20 лет гарантии. На торцах 4 мм, тоже усиленный. Торцы полностью сварены из трубы 20 на 40. Полимерно-порошковая окраска светлого серого цвета. Дальний торец глухой. Здесь разлинная дверь форточка. По стандартным ключком. Уплотнительная лента по торцам. Все в лучших традициях Уральской усадьбы. Подписывайтесь на наш канал. Знаете, очень много интересного. Также в данной теплице на каждой арке перфолента. Натяжка по всем дугам. Я на такую сумму, блядь, бегом побегу ногами. Мне месяц надо работать, чтобы